Друзья, всем огромный привет! Сейчас я нахожусь в магазине Fix Price по адресу город Ростов-на-Дону, улица Металлургическая. И в этом Fix Price, как всегда, все полочки заполнены товарами. И два раза в неделю приходят новинки, которые мы сейчас с вами и посмотрим. Напоминаю, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, пройдите регистрацию в Google, и вы сможете оставлять комментарии и ставить лайки. Первое, на что обратила внимание, на вот такие пушистые коврики ярких расцветок. Коврик для ванной 60 на 40, 199 рублей. Сделан он из 100% полиэстера, Китай. Покажу обратную сторону, она антискользящая. А есть вот такой ярко-красный. Он прямо с какими-то интересными переходами в более темный цвет. Следующий голубой. Есть вот такой еще цветной. Полосатый, еще серый с черными полосками. Голубой. Красный и вот такой нежно-фиолетовый. Есть более спокойные оттенки. И край у красного прошит желтыми нитками. У сиреневого с этим более-менее. По высоте ворсинок отличаются. И по немножечко по размеру. Также в нашем Fix Price очень популярны вот эти коврики с надписью «Добро пожаловать». Полностью прорезиненные, стоят 200 рублей. Поступили в продажу полотенца из чистого хлопка, размер 30 на 70. Внизу орнамент, петельки высокие, редкие, город Москва. Стирать можно при температуре 50 градусов, гладко крашеные. В нашем магазине 4 варианта расцветки. Есть вариант полотенца поменьше, 30 на 50, стоят они по 55 рублей. Здесь также есть мини-комодики по 77 рублей. Три разных цвета. Набор отверток от Master Hand 99 рублей. 9 предметов, 8 отверток и 1 держатель рукоятка. В отделе посуды интересный набор. Кувшины, 4 чашки. Три варианта цвета. Сиреневый, оранжевый и зеленый. Объем графина 2 литра. Кружка 240 мл. На коробке показано, как выглядит крышка. И есть даже рецепт сангрии. А с другой стороны мохито. Материал полипропилен, Китай. Значок стоит 20. И сразу я открыла. Здесь сиреневого цвета. Графинчик с крышкой. И внутри кружечки. Сам графин матовый, а фрукты, которые на нем, выпуклые и блестящие. Есть разметка. На носике есть небольшой дефект. Как выглядит крышка. Полупрозрачный пластик и кружечки. Кружки легкие, я бы даже сказала, невесомые. Тоже из такого матового пластика и полупрозрачного. А ручка вот такая ребристая. Графин выдержит температуру от минус 15 до 70 градусов. На нем стоит пятерка. Пластик не имеет никакого запаха. Перевозить его будет очень легко. Для дачи, наверное, подойдет. И ручка сделана не самым удобным образом. И покажу вам еще все три варианта цвета. Цена набора 199 рублей. Следующая новинка — это сотейник с крышкой 1,2 литра. Идеальное решение для дачи, дома и похода. Плотная герметичная крышка с клапаном для электрических, газовых, индукционных плит. Идеально подойдет для порционного приготовления лапши, яиц, каши, крупы и супа. После приготовления просто закройте плотно крышку, и вы сохраните свою еду свежей дольше. И так вы быстро сможете разогреть еду прямо в сотейнике, предварительно сняв крышку. Сотейник находится в таком полиэтиленовом пакетике. Ручка мне нравится, и как он выглядит тоже. На крышке есть вот такой клапан. И есть внутренняя стрелочка, которая крутится. С помощью ее вы можете отметить дату, когда вы приготовили пищу и поставили в холодильник. Клапан плотно, герметично закрывает крышку. На самой крышке есть силиконовое кольцо, в данном случае зеленого цвета. Она плотно припаяна к основному материалу. Температурный режим 130 градусов и минус 30. Пластик ничем не пахнет. Внутри эта кружка глянцевая, приятное ровное покрытие, но в месте, где прикреплена ручка, видны следы на припой. Металл не самый тонкий, но и не самый толстый.
На мой взгляд, она удобная. Напишите свои комментарии, как вы считаете. Я нашла 3 варианта расцветки крышек. Я думаю, вы не сильно расстроитесь, если я буду говорить, цена 200 рублей. Еще одна новинка – это поднос с ручками и декором. Это что-то необычное. Можно использовать и как корзинку, и как поднос. Пластик не самый крепкий, и ручка режет немножко руку. И первый вариант рисунка – вот такие попугаи. Покажу, как выглядит с боковой стороны и как выглядит дно. Размеры. Полипропилен 99 рублей. Следующий поднос бежевого цвета. Здесь более приятный рисунок на дне. Изготовитель Бытпласт, фирма Фибо. У нас в магазине только 2 варианта. А следующая – это сногсшибательная новинка. Банка с краном на 3 литра. Когда подобная появилась в Икее, все ее очень хотели купить. Удобно то, что это стекло. Я думаю, вы по звуку слышите, какой толщины эта крышка. Она очень тонкая, без каких-либо покрытий. Но закручивается она плотно. И сюда, и здесь мы видим отверстие, в которое нужно вставить кран. Использовать можно для холодных напитков, приоткрыть крышку, чтобы кран заработал. При закрытой крышке в банке образуется вакуум. Перед первым использованием тщательно промыть. В каждой банке лежит волшебный пакетик с краном. Вот так он выглядит, все пластиковое. Со всех сторон покажу. А вот эти две прокладки, они силиконовые. Отверстие обработано не совсем аккуратно. И состав еще покажу. Это стекло полипропилен 6. Китай. Вот так выглядит в собранном виде. Собирается очень легко. Нужно вставить кран в отверстие на лицевой стороне банки и закрутить пластиковой гайкой. И, конечно, когда будет налито, здесь можно будет спокойно нажимать. Сейчас, когда банка пустая, как-то страшновато, что она грохнется. Кран срабатывает вот так автоматически, отщелкивается. Не самый крепкий, крутится. Внутри пружинный механизм. Я уверена, что дети оценят такую покупку. Если вы уже приобрели, то напишите, пожалуйста, в комментариях, протекает ли вот здесь, в этом месте. И течет ли кран. Вот так. Банки показывала в прошлом видео. И размер поменьше. Цена такой банки 200 рублей. И читала много отзывов под своим видео прошлым про стаканчики. Они у кого-то лопаются после того, как ставят в морозилку. Не знаю, как у вас в городе, но у нас в Ростове не самое жаркое лето, поэтому здесь есть носочки, можно утеплиться. Зувей по 55 рублей. Есть вот такие с люрксом по 77 рублей Lady Collection. И вот еще такие симпатичные. Есть для спортсменок специальные спортивные носки. 85 хлопок, 3 эластан, 12 полиамид. Тапочки, все с закрытым носком. Цена 199 рублей. Есть также мужские носки 99, 77, 55. Оставил мне здесь сухарики со вкусом томата с зеленью и бекончики. Может быть, люди забыли даже. Выбирали и забыли здесь на полке. Если кто-то любит вот такое бесшовное синтетическое белье, то здесь и есть трусы. Вот 77 рублей. Состав полиамид, 15 эластан. Всегда захожу в отдел одежды, смотрю, не пришли ли новинки. Я их ждала. Обожаю примерять одежду в фикс-прайсе. На этот раз это юбки. Размер у нее универсальный от 42 до 50. И состав 94% полиэстер, 6 эластан. Стирать при температуре 30 градусов, Китай. Широкая резинка, по-моему, она пристрочена. Тянется очень хорошо. Материал приятный. Струящийся, постоянно он хочет свалиться с этой полочки. Как обработан низ, покажу. Ну, просто прошито. Или как это называется, оверлок. Есть торчащие нитки. Юбки все длинные. И у нашего магазина 4 варианта расцветки. Такая черная с перьями, синяя с какими-то цветами, белая с горами. И вот такие вот интересные геометрические фигурки.
большая хлебница за 199 рублей. Состав полипропилен и изготовитель полимер быт. Большая плотная крышка с ручкой из полупрозрачного пластика. И вот такое дно коричневое. На дне вот такая решеточка. Пластик очень плотный. Накрывается. И плотно сидит крышка. Не знаю, как насчет хлеба, сохранится он или нет, а какие-нибудь продукты, которые нужно сохранить, чтобы к ним не добрались насекомые и какие-нибудь животные, то подойдет. А хлеб, мне кажется, в такой пропадет. Хотя запаха у пластика никакого нет. Размер где-то сантиметров, наверное, 30 на 20. Ну, в общем, размер сантиметров 40 на 20. Есть варежка для душа за 77 рублей с кружевами. Ткань вот такой необычной текстуры. Состав полиэстер. Три варианта расцветки. И мы ждем комментариев. Те, кто уже попробовал такую мочалочку, напишите, пожалуйста, нам, как она в действии. Снова в продажу вернулись тарелки в виде ракушек по 77 рублей. Это 23 сантиметра. По 55 рублей глубокий вот такой салатник. И были еще маленькие ракушечки, но их уже быстро расхватали. Остались вот такие. Цена 27,50. Супер мягкие коврики, их быстро разобрали. Остались у нас фиолетовые вот такие. И все. Они стоят по 200 рублей, классные. В отделе сад-огород появился природный стимулятор иммунитета растений «Оберег». Иммунитет растений на всех стадиях роста и развития растений. На обратной стороне полная инструкция. И есть еще стимулятор укоренения, укоренить, укореняющие ростовые вещества и древесный уголь. Для плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур. На обратной стороне написано, для каких растений оно подходит. Просто нужно смоченной водой черенки стряхнуть и погрузить в препарат на глубину 1,5 см, а потом высадить в почву. А можно замачивать. Цена укоренителя 25 рублей. Интересная, необычная новинка – это наклейки от комаров от Gardex. С милыми мордочками. Они сделаны в виде кружков, пропитанных маслом цитронеллы. Из нетканного материала на клеевой основе. Нужно взять, отклеить их от наклейки и приклеить на одежду около открытых частей тела, на коляску, на рюкзак, на стол, на кровать. Можно также использовать несколько наклеек одновременно для усиления эффекта. Осторожно надо быть людям с заболеваниями кожи, повышенной чувствительностью к химическим веществам, а также беременным и кормящим женщинам. Нельзя использовать для детей до 2 лет. Обеспечивается защита до 12 часов. 100% натуральное средство. Можно использовать как в помещении, так и на улице. Цена наклеек 50 рублей. Наконец-то мы добрались до отдела канцелярии. Здесь появились новые блокноты. Аккуратная обложка. И внутри клеточка. Углы закругленные. Есть закладка. Сделано недостаточно аккуратно, все ровненько. Есть разные варианты обложек. Обложки мягкие. Вот все варианты, которые я нашла. С зеброй, на мой взгляд, самый симпатичный. Блокноты на кнопочках меньше размером, но это их делает более мобильными. Внутри линеечка. Аккуратненькие. Есть также крабик. Милая собачка. Божья коровка. Яркий желтый с пчелкой и супер милый со стрекозой. В деле канцелярии стал расширяться ассортимент. Подвезли шариковые ручки 20 штук. Набор 77 рублей. Синие, красные, черные чернила. Вот так выглядит. На мой взгляд, очень выгодно. Наконец-то к нам доехали текстовые делители. Здесь наборчик из 5 штук. Они в пластиковом пенале. Срок годности у них 2 года. Полипропилен, вода, волокно, глицерин. Крышки разного цвета. Еще появились интересные пеналы с блестками. Вот так выглядят. Это какой-то новый производитель. Пчелка. Ростов-на-Дону. Все достаточно аккуратно прострочено. Уголки все ровные. И как он выглядит внутри, покажу. Такое серебряное покрытие. И резиночки. Резиночек, кстати, маловато, а вот с этой стороны есть кармашек. Сразу его не заметила. Из пластика. И варианты цветов. Розовый, синий и черный. Цена на пенал 99 рублей.
Еще появились цветные карандаши в металлическом пенале с точилкой по 99 рублей. Прошлые не помню, разве в металлическом пенале были? Да, да. Да, ну тогда тоже с другими рисунками. Розовый с принцессой и фиолетовый с зайчиком. Вот это все варианты. Не пропустила классные позитивные блокноты с котом. И для того, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник. Внутри просто листики. И на некоторых есть вдохновляющие фразы. Выйти из дома и случайно уехать на море. Супер. Вот такой сейчас с кактусами классный. Здесь то же самое, те же надписи. Есть вот такой с арбузиком, с ежиком, со счастливой лисой, с лисятами, с воздушными шарами и с котами. Это все, что я хотела показать вам на сегодня. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам желаю отличных покупок, прекрасного настроения. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!